парковку устроили в историческом центре города. И это далеко не самая большая проблема. Вот такое письмо пришло в общественную палату Реутова. Активисты решили все выяснить на месте и пригласили на проверку инспекторов Адмтехнадзора. Что из этого вышло, расскажет Владислав Момот. Что это за опора освещения? Мы видим здесь, что вынесен провод, причем валяется просто. Эту загадку, опасно или нет, каждый день приходится решать хозяевам машин. На кону возможность забрать автомобиль без последствий для здоровья. А ведь при этом платят и немало. За такие вот опасные услуги 130 рублей в сутки. А вы кого-то можете пригласить? С кем-то есть какая-то связь, с кем можно пообщаться на эту тему? Нет. Итак, по словам инспектора, уже несколько лет, кто хозяин платной стоянки, неизвестно, а значит и спросить не с кого. Глава городской общественной палаты уверен, найти можно. Главное – места знать. Во-первых, сейчас все территории, они распределены между предприятиями, между собственниками, между управляющими компаниями. Соответственно, все эти территории будут просмотрены соответствующими комиссиями, нашей соответствующей комиссией по благоустройству. А тут рекомендации не помогут. Растения нужно спасать и срочно. Их не просто засыпали строительным мусором, их, по сути, забетонировали. А деревья погибнут. Деревья погибнут, засыпали асфальтовой крошкой. Да. Доступа влаги нет. Должен быть грунт. Когда горе хозяев найдут, им придется заплатить штраф не меньше 50 тысяч рублей. То, что их точно разыщут, общественники не сомневаются. Обещают поговорить об этом на ближайшем заседании палаты. Владислав Момот, Алексей Золотарев для РТВ.